Опа, новенький. А, во. А ну пусть их. Блин, а нифига она нормальная, слышь? Ошалеть. Вылези. Все, дай. Да я поезжу. Подожди, подожди, подожди. Я для видоса, не уезжай никуда. Давай. Уф. Жестко, жестко. Давай, поворчи, поворчи. Все, огонь. Все, это на сколько ты купил? Давай красненькие, слышь? Давай красненькие два штучки. Мне кажется, вот эти красные? Да, да. Ну да, мне кажется, так рюкзак. Рюкзак какой-то. Рюкзак. Ну это неинтересно вообще. А там еще 55 кейсов, да, получается? Да, да. Ошалеть. Давай, Кость. Ну это жестко. Скин на шлем. На третий, да. Ну вот с этих должно открыть. Вон, по 10 открывай, наверное. Думаешь, по 10? По одному 55 раз такое. Ну да. Ну-ка, посмотри, следующий нажимай, да, она. Все, нету Макларена? Не лежит нигде? А, бонус, а вот 10 бонус. Ну-ка, принять. Погнал, next. Давай. По 10, да, надо открывать. Ну-ка, посмотри. А тут там какие-то штаны китайские выпали, не? Да там вообще ему столько одежды падает. Ну да. Тут создавать капец. Оп, ну-ка. Тоже нет, да? Вообще нет. Кейса падает. Охранять бонусов. Тебе один большой упал. Надо красненький открывать. Да, да. Красных Макларен лежит. Батис тоже лежит. Ошалеть, сколько скинов. Ага. О, опять красненький, слышишь? Нормально. Ну, два бонусных. Красный попадает. Макларен, который этот. Хороший. С дверями вверх. Охренеть. Кстати, хорошо. Неплохой парашют. Ну, относительно, да. Ох, капец там скинов. Угу. Это забей. Ну, что-то, походу, не судьба, да, Макларен? Ну-ка. О, Буратино, я хотел его. Капец. Два бонуски. Опять по одному. Опять? Вот два можно по одному. О, парашют, парашют, кстати, PGS. У меня есть. Вот это четкий. А там еще страница есть одна, вроде, нет? Не-не. Вроде была что-то. Так, бонусный. Медведь. Охренеть, просто все скины, которые стоили, мне кажется, тут повыпадывали. Это жесть. Ну-ка, еще один. Давай, вот, вот в этом Макларен лежит. Подожди, смотри, ну-ка, вот создать. Не создать. Подожди, вот это все сразу ваучер. Создавай, вот это все создавай вот сразу. Это создавать, создать предмет. Бесплатно. Сейчас нажимай. Кредит, не надо. Охренеть, там скинул. Угу. Подожди, а может, а сколько у тебя там этих штучек? Мне интересно, а у тебя еще вон 9000 коинов лежит. Да, да. Подожди. Принять. Так, какие предметы мы создаем? Ну, не знаю, какие тебе нравятся. Он два костюма. Подожди, убрать. Нет, да потом. Вот этот можешь разобрать или не. Давай я тебе потом лучше сделаю. И который нормальный, да, я тебе сделаю потом. Оставь, ну вот этот парашют у меня есть. Угу. Не, оставь если пока бы он все. Был, он бы тебе этот... Оставь пока был. Все. Аквон создать. А, ну. Ну-ка. А там можно сразу же топовый? Да зачем ты еще покупаешь кость? Хочу. Да у тебя 9000 коинов и да, так да. есть. Еще один скаку. Джекоинов не хватало, он 12 купил. Деньги не проблема, говорит. Улучшить до... Подожди, а что мне надо? Улучшить до премию, да? Ну, можешь, да. Ну, можешь, кажется, 3200, но... Там просто 30 левел. Угу. Сразу же. Ну, сейчас посмотрим, подожди, может это... У тебя сколько там? Сколько ты сейчас... На сколько кейсов купил? Джекоинов? На 12500. Не-не-не, кейсов именно. А, ну да, еще 12500, да? Да-да. Давай тогда сначала все желтенькие, а потом красненькие. Я мастерская. А проверь давай, особое здесь. Создание. Ну, особое подожди, создание. Да, да, проверь. Особое вот там, да. Только что не оно. Сверху, сверху. Где обычное создание, особое? Нет, нет, мастерская. Мастерская. И особое создание. Сколько у тебя? 1900. А тебе, кстати, чуть до Макларена не хватает. Ну да. 90 штучек. А, ты его в любом случае
заберешь. Ну, ты можешь купить, конечно, подороже Макларена за 3000, там будут эти... Ну, типа, раскраски, короче, офигенные. Ну, вот его, наверное, тогда. Ну, ему сейчас как раз хватит, получается. Ну, возможно. Так, и он купит, что нет. Там у него сейчас будет 3800. Бэмс. Если он откроет. Так, я на телефоне, секундочку, подождите. Какой телефон, блин, давай, открывай. Давай. Так, ну видишь, он по 10 падает, это такое вообще. Кейс красный выпал с кайфа. Хорошо. Ты нахренеть, столько просто. Это я бы уже видюху себе купил. Да, нормально. Ну, уже можно, по идее, Макларен купить. О, золотой что-то выпал. Уже да, но так, знаешь, так неинтересно. Надо, чтобы он выпал. Угу. Кейс выпал. А что там? Ладно. Там можно будет, короче, если он ему выпадет, там можно... У желтого двери вверх открываются, говорят. Да, да. О, они вот в лобби с дверями вверх стоят. Нормально. О, вот это надо, мне кажется, брать. Надо еще один красный кейс, чтобы 5, типа, понял. Ну тут очень дохрена скинов. Блин, ты что-то у меня так лагаешь в Дискорде? Как робот тупо. Кто? Да, Игна? Да. Это у тебя что-то на этом, у меня нормально. Понял. Блин, ну давай 4. Так, бэмс. Ну опять бэмс. Этот рюкзак уже был. А ты только понял, тут только, по-моему, 3 предмета или что? Еще опять рюкзак. 5 предметов опять, и 2 сета и Макларен. О! Нифига! Нормально. А, черный Оникс. А это же этот? Это самый крутой. Самый крутой. Да, да. Охренеть. Тип, в смысле, вчера. Так он сейчас может, получается, на все эти деньги просто ее капец там скинов. Охренеть. Там ты, он может... Особое создание? А, подожди, создать, Кость. Создать, жми. Вот тут, справа, вверху, где... Ну, Костя, да, скипнул Макларен, даже не порадовался, как будто. Блин, я думал, там для Макларена какая-то хоть анимация будет, а он как обычный предмет выпал. Ну, неплохо. Плохо. Не, ну черный Макларен выбить, это нормально. С последнего кейса, с предпоследнего, получается, офигеть. Это сколько, получается, 25 тысяч джикоинов? 25 тысяч джикоинов, ошалеть. У Бахмета вчера на стриме тип 3 раза по 12 тысяч кинул, ему ничего не выпало. Охренеть. 25 тысяч же коину. Сколько это? 250 долларов. Он 300, говорит. Ну, у него еще он 7к стоит. Еще 7000 стоит. Это больно, блин. Нормально. Так, ну что, получается этот. Нужно сейчас создать. Долго по телефону. Все, Костя, на секунду еще. Возить. А где наш этот? Не успел. Создать. То есть туда же мастерская, обычное так. Создание, создать. Создать, и там Макларен. Да. И разборка Макларен. Вот, Макларен и создать предмет. Да вверху он у тебя, вверху карточка такая. Да. Да. А, и диски черные принять. В виду. Ну это тоже можно. Но на нем цвета поприятнее есть, чем черный. Ну не знаю, все так черный хотят прям. Так, там нужно же что-то покупать ведь еще, по-моему. Ну да. Особое создание, типа, наверное, да? У него есть уже эти кредиты, он ну-ка, там... Ну-ка, Кость, нажми особое создание. Особое создание. Тут. Ну, видишь, тут кредитов сколько? То есть ты можешь сейчас по факту... Это что-то не то. Не-не, это то. Это то разве? Да. Видишь, там 3 Макларена. Покупайте тогда эти. Вот, видишь, 3 Макларена нарисованы, это на какой-то из них цвет не ставится. Элитная саппорта. Нифига. Красненькие с черным, мне кажется, вообще четко будет. О, Костя, сюда саппорта. Че, красную может захерать? Мне кажется, синюю надо. Синюю? Мне тоже кажется, темно-синюю. Темно-синюю справа вверху, которая? Справа вверху, да. Вон, которая сиреневая справа. Она не ставится, она на него не ставится. Почему? Если не ставится. Ну, видишь, там перечеркнут Макларен черный. Объясните мне, пожалуйста, еще раз. А вот эти вот, так, магазин, подожди, обычное создание. Создать. А какие предметы-то мы из этого создаем? Да что хочешь создать? Что хочешь, да, я тебе лучше потом топовые скины создам. Распылю, что не надо. Не зря я это купил? Нет, вообще. Нет, да тут вообще капец скинов. Там
Там очень дохрена. У меня красных сетов вон по три есть. Вот эти вот огонь, да? Да, ну потом, ну это такое. Посмотрим потом, Кость, что там нормально создать можно. И создам. У тебя сейчас Макларен, внешний вид, зайди. Ты можешь еще этот берил попробовать выбить на остальные джикоины. Да, нафиг он нужен. Тут прокачиваем берил есть. Девятого. Ну, то тоже прикольно. Давайте вот так вот сделаем. Или можешь пуш этот, как его называют. Там до да, оставь на next пушку. Ну зачем? Можно прокачать, я М-ку хочу до 10-го. Да, да. А, ну давай, давай. М-ку до 10-го. Нету золотого, реально. Да, ну и дерьмо. Скорелька. Суппорта не для черного купил? Ну понятно. Опять нет золотого. Вау. Опять нет золотого. Что за бред? Это я и мое везение. Зато миник прикольный. Два раза. О, миник офигенный, да. Да, опять нет себе золотого. Я хотел миник, а мне СЛР упало. Ну все. Да, да? У тебя больше нету? Да. Ну вот, внешний вид Макларен, заходи. Подожди, он может, по-моему, купить чертеж, нет? Да, да. Зайди в мастерскую, ой, в укрытие зайди. Вон, да не есть. Надо там, не надо тратить. Почему? Потому что там чертежи. А у тебя что, чертежей только не хватает? Да, ему чертежей не хватает вроде. Тебе на черный покупать. Да, да, да. Тебе надо покупать на черную именно. Ну а на черную тоже кайфово, нет? А где на черном? Вот, смотри, видишь, у тебя три таких штучки. Вот где перечеркнута нижняя самая, ее нельзя. Короче, справа, у тебя видишь? Где три зеленых есть. Вот черные можно покупать. Оранжевый и черный можешь купить. Ну вот этот можешь оранжевый. Бля, ну что у меня там кот делает, я в шоке. И мне кажется, вот эту синюю раскраску надо покупать. Вот это утренний вот синий. Нет, утренний нет, синий. Внизу. Вот это, да. Надо, блин, а можно посмотреть, как она будет выглядеть? Ну ладно, да. Понял. Ну все, внешний вид сейчас получается. Нет, ну конечно, я уже купил. Транспорт. Может, я первый яйца будет. Вот. Изменить скин. Ага. Он синий. Блин. Капец, офигенно, да, смотрится? А можно еще? Диски черные. Да-да, диски черные. Ну вот, на, купить их там же. Вот эти, да, он офигенно. Так, что получается, ты потратил на Макларен? 25 тысяч коинов. Угу. Это сколько долларов? 99, 100, 200 долларов. 200. 200 баксов Макларен стоит, да. Нормально. Нормально. В жизни он столько стоил. Думаешь? Ох, было бы. Диски. Это все, что его можно оборудовать, да? Да. План дисков, да. Ну все, пойдем кататься на Макларене сейчас. Сейчас будут все за нами. Как кегли их забивать. Нет, 200. Что-то у меня тут одежды. Ну и все, короче. 200. Что, дай такую кепочку одеть. Что-то такое. Да. Ну ты можешь сет Макларена. Ну все, я, короче,